Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня у нас еще один робот-пылесос в центре внимания. Это Smart Eye 50 от компании 360. Стоит дешевле, в районе 12 тысяч рублей, и официальный у него канал — это AliExpress. Комплект включает контейнер для влажной уборки, салфетку из микрофибры, пульт управления, сменный HEPA-фильтр, дополнительный валик, документацию, щетку для чистки, зарядную базу, кабель питания. Вышел пылесос в черном и белых вариантах исполнения, и с учетом того, что поверхность верхней крышки у нас глянцевая, практичнее будет, конечно, белая. На ней меньше будут заметны следы пальцев и пыль. Тут отсутствуют выступающие блоки и элементы, высота не превышает 8 см, хорошая проходимость и под кроватями, и вдоль мягкой мебели. Механическая клавиша управления, она совмещена со светодиодным индикатором. Пылесос поддерживает голосовые подсказки на нескольких языках, включая русский. На фронтальной панели бампер, смягчающий удары по стенам и мебели. В него интегрирован датчик. Справа механический тумблер питания, гнездо зарядки. В комплекте идет пульт управления. Можно менять мощность, выбирать схему построения маршрута, управлять движением вручную. С помощью него же ведется активная беспроводная работа и подключение. Есть кнопки возврата на зарядную базу. За перемещение отвечают тут два колеса, а не с амортизацией. Это смягчает движение по неровностям полового покрытия. Сопла с валиком, искусственный ворс расположен по спирали. Две кисточки, они промаркированы в зависимости от стороны установки. Два контейнера, один из них для сухой уборки с HEPA-фильтром. Есть отдельный контейнер для влажной уборки. На нем можно заметить наличие контактов, то есть даже несмотря на недорогую стоимость, есть возможность регулировать подачу питания на помпы, и будет регулироваться объем подачи воды в настройках. На основании ставится салфетка из микрофибры. В комплекте с пылесосом есть сменный HEPA-фильтр, салфетка из микрофибры, зарядная база в цвет пылесоса. Основание прорезиненное, это предотвращает соскальзывание по полу, зарядный кабель с Евровил. 360G50 оснащен модулем Wi-Fi с опцией управления через приложение, интерфейс на русском языке. Эта модель поддерживает построение карты помещения с выбором виртуальных стен, ограничивая зону уборки без использования магнитных лент. В окне управления есть данные по батарейке, площади помещения, времени уборки, несколько режимов перемещения по полу, дополнительные настройки, журнал уборки, выставляется степень подачи воды на салфетку из микрофибры, умный дом, голосовое управление. Пылесос 360 можно интегрировать в Google Home. Запуск проводится как через интерфейс умного дома с голосом. И есть, кстати, еще связь с русскоговорящей Алисой от Яндекса. Выводится в общем списке устройств. Там тоже есть отдельное окно, список поддерживаемых команд. 360 предлагает сразу 8 режимов уборки. Это очистка кромок, точная зигзагообразная уборка, спиральная очистка, плановая уборка, очистка в одно касание. Управление через пульт вы вручную выбираете, влажная швабра с электронным управлением. В зависимости от того, что вы будете планировать сухую или влажную уборку, вы ставите соответствующий контейнер. Во влажном есть отдельный бак, туда заливаете воду. Максимальная мощность 2600 паскалей, она выставляется вручную в настройках. Стандартная мощность 1000 паскалей. Есть тихий ночной режим 600 паскалей. Эффективно убирает разные типы половых покрытий, включая ковровые. Емкость батареи 2600 мАч. Примерно 120 минут уборки это идет на среднем уровне мощности. Это недорогой робот-пылесос 360G50 с хорошим техническим оснащением. Из-за недостатков может устроить только поверхность верхней крышки. Она здесь маркая. С удовольствием обсудим с вами этот пылесос в комментариях. Лайк, подписка, приветствуется. Пока-пока.